Ребят, всем привет! Я очень рада, что сегодня наконец-то мы собираемся, потому что мне пришла одна офигенная посылочка. Вы уже из названия видео знаете, что мне пришло. Да и я знаю, что мне пришло. Я эту посылку ждала весь карантин и очень рада наконец-то ее получить. Давайте все-таки приступим к распаковке. У меня есть ножницы. У меня нет ножа нормального, потому что я не привыкла проводить распаковки видео. Если такой формат будет чаще, то, конечно же, он у меня будет. Оу! Вот так вот это все выглядит. Так, это у нас, походу, держатель. Да, это держатель для мяу-мяу. Такой приятный материал, на самом деле. Вообще очень приятный материал. Так. У меня тут дофига наклеек двухсторонних. Их много, поэтому это кайф. Я пока что не знаю, я возьму, сниму одну и приклею ее себе на тело, чтобы просто посмотреть, будет ли у меня какая-то реакция на это. Так, настал момент X. Вы увидите это первыми. Так, той стороной? Вроде бы той, не знаю. Ба-ба! Тут у нас зарядка. Зарядка примерно такая же, как и у Баблы. Я не знаю, даже подходят ли они. Комплект тут спокойный. Вот чисто сам трансмиттер, зарядка, все, больше ничего нет. Но, в принципе, ничего больше нам и не надо. Но если учесть то, что вот эта вот часть будет на Либре, и вот это просто будет выступать, это очень маленький трансмиттер. Боже, я хочу его поставить. У меня сейчас Либра, кстати, я ее перезапускала. Она сейчас у меня стоит на втором сроке, то есть как бы уже пошли, наверное, 16-й день пошел Либры моей. На 14-м она закончилась, вот 15-го я ее перезапустила, и вот это 16-й. Опа. Опа. Вот, сейчас я покажу Баббл. Я, кстати, Баббл проклеиваю здесь тоже пластырем Тегаден, потому что даже на сам материал у меня идет небольшая аллергия. По весу я не могу сказать, что что-то из них тяжелее, что-то легче. Они оба очень легкие. Там, если есть разница, то это в пару граммчиков. Может, он еще и заряженный пришел. Я хочу его сразу вот так вот поставить и так вот с ним ходить. Давайте попробуем его закрепить вот в эту штуку. Вот. Надо еще сильнее подтянуть сейчас. Вот так вот попробуем. Это прикольно. Это правда очень прикольно. Я... Блин, кайф, так можно вообще без пластыря ходить. Причем вот сейчас я без каких-либо скотчей и клеев. Это круто, что он без всего может вот так вот классно. Я, конечно, понимаю, что вы мне можете написать насчет того, что у Бабла тоже есть примерно такое же крепление, но оно не идет в подарок. Его нужно докупать, а здесь пришло все, и это нереально кайфово. Блин, я хочу его... Но если его подключать, его, наверное, надо заряжать на самом деле. А я как бы не хочу его заряжать, я хочу сразу его подключить. Так. Сейчас попробую, ну, скорее всего, придется заряжать, и я его буду заряжать и подключусь к вам еще минуточек через 5. Я сейчас пойду его заряжать, но с помощью магии монтажа для вас пройдет всего лишь пару секунд. Так, я скачала специально для Мяу Мяу Томато App. И здесь написано то, что нужно его либо сбросить, либо зарядить. Я его зарядила. Когда вы ставите его на зарядку, он начинает мигать зелененьким огонечком. Вам нужно дождаться синего. Но я не дождалась, потому что, в принципе, Мяу Мяу можно заряжать и в то время, когда вы будете с ним ходить, потому что зарядка расположена на лицевой его стороне, то есть вы всегда сможете тут подсоединить провод и зарядить его, особенно если вы будете носить его без каких-то дополнительных креплений.
Так, следующие инструкции, чтобы разместить датчик. Супер, давайте будем его размещать. Итак, пойдем. Так, дальше. Bluetooth его нашел. О! Привязка успешна. Мы сейчас представляем вам наш премиум-сервис на месяц. Я, похоже, сейчас смогу выводить график. Прямо график на свои часы. То есть у меня будет прямо график. И я этому очень рада. Так, на данный момент оно выглядит вот так. Когда ты на него нажимаешь, открывается график. Вот, миллимоль на литр. Все, я переключила. Класс. Смотрите, заходите. Сейчас я вам покажу. Смотрите, как переключить. Мы заходим в настройки, и вот здесь вот выбираем миллимоль. Итак, сейчас я посмотрю, насколько он мне не врет, потому что у меня сейчас здесь сахар 6,8. Мы берем мой глюкометр и меряем. Можем сделать вот так. Это прекрасный результат, мне кажется. Боже, я счастлива, я рада. Это просто класс. Что еще человеку нужно для счастья, господи? Все, ребят, я думаю, этот микрообзор подошел к концу. Я вам рассказала про программу, которую подключать мяу-мяу. Вообще, показала сам мяу-мяу. Пока что я очень рада. Потому что мне не нравятся эти тейпы, бабл я не могу клеить на их скотч. Через недельку я вам опять сниму видео о том, как вообще мне использование мяу-мяу. Возможно, это будет чуть больше, чем через недельку, чтобы я попользовалась и у меня было что о нем сказать. Как их сравнить с баблом, где плюсы, где минусы. Но сейчас я счастливый обладатель обоих трансмиттеров, и это класс просто. Они, в каждом есть свои плюсы, мне кажется, и я вот в следующем видео вам об этом расскажу. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, обязательно задавайте их в комментарии, я их с радостью прочитаю и постараюсь на них ответить. А также не забывайте подписываться на канал, и тут вас ждут только лишь новые прикольные классные видео, в которых я буду что-то новое рассказывать, как о каких-то новинках диабета. Поэтому я надеюсь, что вам это нравится и что вы будете это смотреть. Спасибо большое всем за внимание, а я пошла!